А Украина много экспортирует продукцию норки? Меха? Знаю. Да я думаю, что практически... Ну так если в процентном соотношении думаю, прикинуть. Больше 50%. На экспорт. Мы работали полностью то, что у нас забирали, да, у нас забирала Россия полностью. Все. То есть вот проезжали, мы даже не это, не здесь. Брали Дагестан, брал Краснодар, брал Брянск, брала Москва. То есть как бы каждый год из-за того, что и вот до вот таких вот событий, которые были, мы практически... У нас было раньше, вот я же сказал, что в Славянске, в Краматорске шило много, особенно шапочников было, да. Они берут, брали достаточно много. Но потом, к сожалению, этот бизнес, то есть вот этот вот маленький для предпринимателей, он погиб для них. Им невыгодно. Они там, если кто-то ищет что-то, то есть их очень меньшее количество стало. Только крупные, наверное, да? Ну, такие относительно крупные, кто уже давно, более удачливые, скажем. Рынок, который там удерживает. Уже как-то. И сегодня там норковая шапка, она же уже не такая модная, как это было. Ну да, а европейский рынок, насколько он? А вот с европейским рынком все очень интересно. Сейчас вот разговоры, мы продаем через посредников, но разговоры идут, приезжают турки, берут. И вроде бы европейский рынок открыли. Ну, поверьте, что мы с этим, вот именно с этим товаром нас Европа не ждет вообще. Ну, она там не востребована. Ну, я имею в виду, вот в частности, норка. Знаете, я думаю, что там правила немного другие. Там вот шуба та, которая у нас стоит, ну, на сегодня там стоит она там чуть больше $1000, а там стоит она 10. То есть та, которая у нас стоит 25-30 тысяч гривен, да, там может стоить там в размере там на евро в переводе там 8-10, но не меньше 5. И вот представьте, сколько они зарабатывают. И они, у них немножко другая даже принцип формирования себестоимости. Вот даже если взять один к одному, мы там рыбу берем, допустим, покупаем там по 4,50 отхода рыбы, они по 4,50 евро. То есть если один к одному, у них не получится, чтобы она была дешевле там, вот, или, чем у нас. Потому плюс добавок там сортировки, там свое, Дания сидит на этом, там очень плотно контролируют ассоциации. И нас никто не пустит туда, для того, чтобы мы зашли туда и сказали, мне бы выгодно было зайти, нашить шубу, у нас есть пошив там, либо это, зайти, продать и сказать, мне не надо 10, да? Вы мне дайте 2, 2,5. А у нас ассоциация 3. Есть? Есть ассоциация, но разные правовые статусы. У них ассоциации любые, вот промышленные и продовольственные, и животноводческие, и аграрные, они имеют уже столетние истории. Они активные участники, у них сформировано гражданское общество. У нас для того, чтобы ассоциация была, наша была гражданское общество. А где у нас, скажите, что, то есть, как бы, какую роль имеют гражданские, в общем-то, организации? Вот в этом вся проблема. У нас номинально больше, наверное. Ну, называется, да, ну а какую мы, даже если вы мнение высказываете, вот вы рассказываете, вы говорите, да, но мы для того, чтобы послушали то, что нужно, вот таким, как вот Николай Иванович, вот тот, который... рано или поздно попадут под пресс налогообложения. Это однозначно. То есть при нынешних там, министрах финансов. То есть это, потому что это хороший специалист, но это технарь, который, ее задача не допустить дефолта. А там будет хорошо людям плохо. Вот, идеология не поменялась ни на грамм. Говорят, коммунисты говорили, чтобы не было богатых. А сейчас что делают? Вот пытаются сельское хозяйство обложить дополнительными налогами. По принципу какому? Кто у нас остался, кто еще зарабатывает? Все положили. Кто остался? Сельское хозяйство. Давайте его обложим. Один из основных успехов так называемой регономики, это когда Рейган сказал, что не надо, в общем-то, доход в 1 триллион и при этом там, 10 миллиардеров. Мне нужно 1 миллион, на этот триллион 1 миллион миллионеров. Понимаете? Вот все, весь подход. Либо мы создаем условия оплодить миллионеров и обкладываем большой капитал, смотрим внимание, обращаем внимание на транснациональные корпорации, на зернотрейдеров, на, в общем-то, на, в первую очередь на банковский финансовый сектор. Либо мы душим того, кто только с колен поднялся на земле, и душим его в очередной раз всякими, в общем-то, способами. Да. И все.